Все, ребят, приехала я с города, купила вентилятор. Девочки меня встретили. Девочки, перейдите дорогу, а? И сейчас идем домой с покупками. Попросила свои молодцы, вот Фортуне продавцы, огромное им спасибо. Попросила, чтобы они мне оставили вентилятор. Я приехала. Я поехала уже домой. Смотрю, машина, видать, у них разгружается. Думаю, ну ё-моё. Думаю, ну ладно, сейчас увезу пакет, приеду обратно. Приехала обратно, и они говорят, мы вам оставили. Огромное спасибо. Забрала его, сейчас хоть включу, Ваньке будет попрохладнее с Мариной. А то они прям все от жары изнемогают. А девочки меня встретили. На ночь включим, на ночь. Сегодня у нас гремит, может быть, будет дождик все-таки. Как думаете, девчонки? Света аккуратно машину ёт. Диван горячий. Но это уже не ко мне, что у вас диван горячий. Ладно, идем до дома. Ребят, покажу сначала простые покупки, что купила. Взяла газ, воду, которую вчера брала, уже всю выпили. Ребятишки жарко, им ничего, ничего не хотят. Потом дальше взяла 3 литра молока. И 2 булки белого хлеба. Машенька, идите пока, играйте там. И взяла также тут огурцы, около 4 килограмм, и помидоры, пакетик. И самая главная покупка, это вентилятор, ребята. Купила вентилятор, муж придет с работы, будет собирать. Брала Фортуне, там привезли. Обошелся он мне в 1450. Гарантия на него год. Ну, а потом муж придет, соберет его. Я уж сама собирать его не буду. Поэтому вот такие вот все покупки. В целом он у нас салатового цвета. Вот такой вот. Видите, лопасти салатовые. Зеленые. Вот все наши покупки. О, жарко, не могу. Прям вся вспотела. А это что они не вынесли? Ладно. Ребята, у нас вечер. Мы сходили в магазин, пошли чисто за майонезом. Ну, Ваня тут увидел бибики. Ваня, покажешь машинки, какие купил? Нет? Привет, привет, Тёмка. Молодец, лайк. Сейчас покажем, какие еще вкусняшки поставим взяли. Лайк. Обязательно лайк поставить. Да, обязательно подписаться. Тёмка, молодец. Ваня, покажи машинки маме. Ваня, покажешь? Покажи тетенькам всем машинки. Покажи. Не дает. 2 машинки, короче, уговорил меня. Уломал маму купить ему 2 машинки. Вот поэтому я не хожу с ними в магазин. А что там? Света всю заморал уже кроссовками. Ваня, это что такое за капризы сегодня? Ваня избалованный сильно стал. Очень сильно избалованный. Все ему дозволено. Как самого маленького его все нежут. Да, Ваня? Ладно, идем домой. Сейчас покажем, что купили. Ребята, пришла уже. Машинки Ваня так и не дает показать. В целом показываю. Вот такие вот конфетки взяла. Целую коробку. Тут я не помню, сколько штук. Сейчас всем по одной дам, ребятишкам. Найди Тёму, угости. Так, это первые вкусняшки для детей. Также еще взяла вот такие вот вкусняшки. Тут желейные конфетки. Это на потом, позже дам. Вот, Катя, бери вот чупа-чупс. Один. Зачем? Все уже взяли. Егорке еще дай. Эти желейки дам попозже. Пускай сначала чупа-чупсы съедят, а потом такие уже желейки им дам. Тут взяла в общей сложности. Иди подойди к девочкам, пожалуйста. 4, 6, 8, 9 штучек. Желеек взяла. Дальше потом взяла конфетки коробку. Коробка, по-моему, называется. Или как они? Загородская какая-то конфетка. Кому? Куда ты тащишь? А. Конфеты, короче, взяла, чтобы дома было всегда конфеты сладкие, чтобы дети ели.
Потом взяла два кусочка вот таких вот сыра. Сегодня уже по 77 рублей 50%. И также взяла майонез. Вот такие вот у меня на вечер покупочки. Приготовила уже сегодня салат на вечер. И поставила варить мясо. Хочу сделать плов. Приготовлю сейчас плов. Ладно, сейчас переоденусь и будем дальше готовить. Ваня, покажи машинки всем. Ну как так нет? Подожди, Тёма, Тёму бери. Марина, смотрите, у него тут трактор и джип, да? У тебя красивые машинки? Да. Ты уговорил маму тебе машинки купить? Да. Он папу да. попросил. И чупа-чуп. Папа ему, ну он папу просил, а папа ему не купил. С мамой пошел в магазин, покажи всем. Вот такой трактор, да? Вот такой красивый. А вторая какая машинка, покажешь? Давай, показывай. Вот так. А переверни по-другому. Вот так. Вот такой машинка. Да, уговорил маму две машинки взять, да? Ты любишь машинки? Да. Знаете, что я вам забыла показать? У меня на бижутерии, помните, я одевала сережки, и многие потом писали, почему я их не одеваю. У меня на них аллергия. И мы заходили с Ильюшей в магазин, где продают серебро, золото, и я себе взяла две пары сережек, недорогие, вот такие вот висюльки, а они фокусируются, одни такие и одни, ой, ё-моё, они у меня тут спутались, короче, две, ребята, висюльки разных, одни с камешками, сейчас одни я одену, одни уберу. Ладно, запутались они у меня. Это серебро 925 пробы. За эти две пары сережек я заплатила 1310 рублей. Ну, такие висюльки, чтобы просто висюлечки были, мне кажется, нормально. Чтобы уши не болели, чисто ради вот этого. Вот такие вот, ребята, сегодня я одену на себя сережки. Очень красивые, скажи ведь. Уже. Илюшка катает Ваньку. Там Илья катает Ваньку. Сейчас не приедет, да, Машка? Приедет. Ваньку катает. Да, я знаю. Ванечка, все? Пойдем домой. Не все? Видишь, не все. А после денег пока катался на понедельникам. И по нефтяникам. А вдруг меня остановят? Ты снимаешь что? Да, мама сказала. Мама сказала? Мне не надо так делать. Я не могу кататься. Ну ладно, ладно. Ванька заболялся. Ванечка, иди теперь домой. Что больно? Где больно, Ваня? Мама, я Ваню катал. Марину прокати. Сейчас. Я тоже хочу. Подожди, Ваня, стой, сейчас Марина поедет. Ванька, это, чуть не заревел, когда я на скорости поехал. Потом я чуть-чуть прям, он, ай-яй-яй-яй. Не а надо, он боится, он, ладно, хоть сел, а то помнишь, когда вообще к мотоциклу под... Ваня, можно? Ваня, мама.
А потом я. А потом я. А вот сзади-то нету подножек. Ну, это в стороны раздвигать ноги. What? Иди, Маша, садись на сподъемник. Это велосипед уберите. Катя, убери велик. Маша. Маша, убери велик. Я как бы снимаю. Потом я. Садись назад, только ноги поднимай. Аккуратно. Прям вот так вот. Держись за Илюшку, Маша. За Илюшку держись. Аж за Илюшку держись. Все, выключай.